В Елабужском институте КФУ выбрали профорга года. Инициатором проведения домашнего конкурса накануне университетского выступил правком студентов и аспирантов вуза. В финале конкурса на сцене актового зала состязались 7 профоргов, творчески представивших главные направления профсоюзной деятельности своих факультетов и отделений. Члены жюри активно включались в диалог, проверив знания конкурсантов в правовой и социальной сфере, способах привлечения студентов в профсоюзную организацию. Этот конкурс, он на самом деле особенный. Он здесь не показывает только лидерские качества. Он раскрывает знания участника, как правовые, так и социальные, показывает именно пути взаимодействия между студентами, между администрацией. И поэтому здесь участникам гораздо сложнее, чтобы не только раскрыть себя, но и показать свои знания. И сегодняшний конкурс это показал. Победительницей конкурса «Профорг года» стала Полина Любина, отметившая в этот день свое 19-летие. Диана Шилова, Валентина Безбрязова, Эдар Салихов, Универньюз.